разбросанные мусорные пакеты, бутылки, бычки. В соседнем 17-м доме картина точно такая же. Этот сюжет мой коллега подготовил почти 2 месяца назад, когда акция чистоты в городе еще не стартовала. Но сейчас, казалось бы, весь Улан-Удэ, в том числе и улица Октябрьская, должны просто сиять чистотой. Мы решили проверить, изменилась ли ситуация. Начнется наша экскурсия по мусорным свалкам прямо отсюда, с заднего двора офиса телекомпании АТВ. Управляющая компания здесь печально известная «Талон-С» во главе с депутатом городского совета Сергеем Супоней. Уборки здесь не было уже долгие месяцы, и мусор растет как грибы. В поисках следующего камня в огород управляшки долго ходить не пришлось. Буквально 200 метров, двор следующего дома, и история повторяется. По словам местных жителей, мусорные пакеты появляются каждый день, но никуда не исчезают. В управляющей компании нам все подробно объяснили. Уборка, безусловно, идет, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Кроме того, у нас ПТО, инженеры ПТО еженедельно, можно сказать, ежедневно выезжают, смотрят, замечания указывают вот этим управляющим, вернее, этим домоуправам, кто обслуживает эти дома, и в течение ближайшего времени там все это исправляется. Что касается этих домов, особенно хочу подчеркнуть Октябрьской 17. Значит, просто, есть же у нас пословица, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Дело уже дошло до того, что люди выбрасывают в форточки мусор. Тем не менее, мусор у нашего дома почему-то не сменяется. Во время регулярных рейдов нашего канала разные корреспонденты видят одни и те же пакеты. Так что либо во дворе всегда появляются совершенно одинаковые отходы, либо в эталоне все же лукавят. Просто сравните картинку. Судя по всему, выходя во двор подышать свежим воздухом, мы все же услышим лишь запах оставленного на произвол судьбы хозяевами и эталоном мусора. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.